Я предлагаю Тарнова вернуть. Потому что в Торговиште я уже крепость разрушил, а Сафат меня... выебет. Да. Блять. Черт. Но я ему сейчас не могу вернуть. Или... А нет, секунду. Балах стоишь? Продать можешь за бесплатно? Нет, не он могу. В ревалах не могу. Ну что, кнопкой вернуть провинцию не возвращается? Сейчас, секунду. Нет, ну есть предположение, закой тогда отменит свою колку. Но это мазохизм будет для вас. Почему ты меня кинул? Чё? Почему она вся выделилась? Да. В лоб по правилам. Ты вся выделилась. Белорус. Да. Я очень надеюсь на твою сознательность. Ты надейся на польскую сознательность, он уже вторгся. Не, ну я был собираю. Мы договаривались. А, Бел забираешь? Ну, он мне обещал за помощь. А. Ну ясно. Блин, у меня инквизитор умер. Что делать? Ну тебе повезло, у тебя норсы, они легко крестятся. Ну, куда? Блин, еще. Но у меня не очень. Но у меня, кстати, торговишка крестится очень быстро. 15 месяцев. User left your channel. Fire, ну видишь, товарищ лидер войны взял чего так долго сражались? Лишнюю пробу, и из-за этого все получилось. Не понимаю таких людей. Блин, ну это уже 24 тысячи, я помню. У кого? Хотя у меня 26. У кого? У хлопца. Медитация. Пацаны в чате, на стриме, пожалуйста, хватит всякую фигню орать. Вот, типа, скажи, Чечня круто и прочее, это сразу в бан пойдете. А, птичку запилили. Как ты неожиданно. Ты сам их убьешь, я могу 4000 кавалерии тебе привезти. Блин, они еще и ко мне пошли. Слышь, давай их убивать, потому что у меня сейчас тоже еще стагро станет. Нимов. Что? Так ты подведи войска. У меня 4000 только. У меня в Магдебурге осада идет. User joined your channel. Нимов, сколько у тебя займа? Много. Гоу, в атаку, Нимов. Не, я не пойду. Почему? У меня там сейчас 26 тысяч будет. Еще мои восстанут. И потом мы их никогда не подавим. Они будут по нашим территориям бегать. Не будут.
Драгон. Это, да. Кстати, это, кстати, не мои сепаратисты. А чьи? Албан из Албании. Да, Наполи. Драгон, что помоги там? Мне саду. Ой, убить этих. Восстание убить. Денег, да, подкинешь? У меня 3 займа. Я. Ну, у меня 4 займа. И нет Рекрута. Пше. Да. Ешкин ДНБ. Можешь помочь подойти? Жги еще. Сколько восставших, скажи? 12 000. Давай я. Пше, был... а тебя можно поставить привал? Ну мне нужен кто-то, кто не нападет на меня, но поставить его привал. Да не нападу я на тебя, но желательно не ставить. Окей, не буду. Так с большой его не боится. Я тебя сам боюсь. Что меня бояться? У меня доход меньше, чем у тебя. Вообще, посмотри на карту, какой ты большой. Слушай, ребята, болгарин... Да, очень большой. Болгарин Бенда. Слился в почти... Да, согласен, мне немного фартануло. Он сейчас еще развалится от сепаратистов, это раз. Тут. Во-вторых, он слился по... Катив. Ну, а вот теперь смотрим, кто выиграл, да? Император. Кому я подарил. Окей. Нью Меминген. Ох, плохо это, плохо. Чего креатив? Я могу присоединить Полынь и тебе, допустим, Галич верну. А, отдать, продать бесплатно. Как тебе такое? Ну ты можешь на Белслаг договариваться. Ну ладно, я тебе, согласен, я если помогу, ты мне еще восстание поможешь. Давай, давай проход помогу. Слушайте, а откуда у Дорна 17 монет с Coils of War? С Вены. Понятно. Только давай побыстрее, а то там 21% уже на юге страны. Да. Ой, меня 4 оскорбили. Киев, давайте глянем. Гоу, там 35% уже. Киев не целом. Господа, как вы думаете, спасибо. 2% эффективности миссионеров стоит того, что... Нет. Глянул? Нет. Чего? Мало. Чего стоит? Минус 2 толерантности к язычникам. Так, а где еще расскажи? К еретикам? А, к еретикам нормально. Дерби, да? К язычникам. К язычникам нет, потому что тут все язычники. В Сербии, поляк. Всего лишь по лишнему восстанию будет в каждом регионе. Блин, это был фигантовый инквизитор. Но лично я всегда это беру. Где я теперь инквизитора возьму? Потому что язычников быть не должно. Блин, сотолпали. Хочет просмотреть трансляцию. Хочет трансляцию. Чего вы от меня все хотите? Смотрите стрим. Спасибо, поляк. Только через 1.5 года еще одно будет. Ох, как же меня нагибает это религиозное неединство. Коррупция просто поражает. Это у тебя, блядь, пол страны всяких мудаков. Ты же сам сказал, что я большой и сильный. Ну, поэтому это потому, что у тебя полстраны всякие. Креатив. Ты же видишь эту разрастающуюся империю, блядь? Манкинда. Что думаешь насчет... Что думаешь насчет оборонки от меня? А сколько у тебя денег? Денег у меня нету. Нету. Откуда у меня деньги? Посмотри на меня. Я не смогу вообще. Ты посмотри на меня, у меня страна после кровопролитной войны. Я понимаю, это оборонный альянс на случай, если на кого-то из нас она упадет. Ну, у меня уже 2 союза есть. Ну, хотя, в принципе, Дрэгон, нам же ничего не угрожает с тобой, правда? Вроде да. О, да, не упилят через другой стороны. Гоу. Просто... Ну, это империя, это уже пиздец.
Так уж. Скоро. Магнитурк надо там сломать. Комедиан с хлопцем сейчас всю маню возьмут. Засосутся. И будут доминировать. Пенетрировать. Мне не нравится, что наглые тимариды не хотят разваливаться. Тут... А тебе-то чем они мешают? Они заключили союз с Крымом. Правда, я думаю, я сейчас не переводил. Мне кажется, тебе стоит остановиться! Ну чё? Я тоже так говорю. Я лучше улучшаю отношения. Ну, потенциально нападающий. Потенциально же, да? Подрежь. Потенциально нападение. Что-то он, кстати, войска собрал. Что это маркер? Он бьет этих повстанцев. Да, вижу. Слушай, гоу. У тебя есть 3,50 монет в долг? Блядь, я вообще нищеброд, просто нищеброд. Просто отдам этот долг и через полгода или верну все. Так, ребят, да, Белоруссия тут съела все, что блядь, 50 монет, пиздец, я сейчас сам выберу деньги из этих сословий, потому что я просто... Сословия, подожди-ка, я, может, еще могу, нет, не могу, блин. Еще я уже, блядь, их ограбил по полной программе. Еще чуть-чуть, и они вступят, уже будет перешение, но пока еще нет. Да, все плохо. Ну, в принципе, нормально, тут просто... Тут просто эта империя, это пиздец. Тут, на самом деле, новая версия, кажется, сильно плохо. Белоруссия, бедная. А Белоруссия-то кто вообще? Дрэгон. Нихуя ты успешен. Так Дрэгон. Там украинцы посадили уже другого. Там нихера, по-моему, конечно, не, ну пиздец, она на вид, по крайней мере, выглядит супер успешно. Не, выглядит она охренительно, а вот переключить на карту религии, и все вообще не так весело становится. Да, религия там веселая. Блин, что-то я такой одинокий индус. Я с тобой, индусский брат. А, вон тут. Давай заключим динбрак. Динбраки же не считаются? Да, давай. А я республика, и ты республика. Пам-пам. Мы успешные. Тоже думал брать. А я один, да, с нормальной республикой. Фукс Малдер, ты наивный. Угу. Как? Наверное. Нет, там еще кто-то был, я смотрел. Да нельзя просто. Это, по-моему, этого. У... Тебе хватило очков на Белорусскую республику? Мастера. Легко. Поколдовал немножко. Валор, конечно, пиздец просто. Просто пиздец, так подвел. Не. Вот мы успешно отпиздили этот Баварию и Франкфурт, да, вот там взяли кок. Sound muted. Тут Неаполю как раз. Неаполь как раз не влетит, потому что ему необходима поддержка против вот этого союза. Так я уже показывал карту религии, ребят. Ну что, сколько еще раз? Она не изменится, карта религии. Норсы, индуисты, да шииты. Католиками мало кто остался. Так. Конечно, очень медленно все идет, блин. Просто жесть. Они что, так и не могут затащить этих сепаратистов? Или это новые восстали? Не заметил.